Друзья, всем приветствую! Мы, как обычно, на Радмир РП, четвертый сервер, продолжаем играть. И 70 миллионов только что прилетели ко мне в кармашек. Да, дорогие друзья, это бонусовские. Кстати, вот недавно снимал и снова 70 лямов прикатил. По-моему, самый большой это 181 миллион мне как-то прилетело вот из всех. Обычно там капают по 40, по 100, по 70. Вот сейчас 70 снова снял. Вот, ладненько, ребята. Суть сегодняшней игры будет покупка недвижимости. Точнее, прямо сейчас я не смогу ее купить. Пацаны, Арменчик здесь. Давайте по-быстрому тэпимся к Армену. Помните, как-то давно мы с ним разговаривали. О, нету его, ё-моё, я ему ВКонтакте написал, чтобы он зашел. Интересно. Помните, ребята, мы с Арменом как-то разговаривали насчет нового обновления. Кстати, оно пока что на данный момент, вот как я сейчас играю, оно не вышло. Я играю в субботу, сейчас скажу, субботу 23 апреля, вот как раз вышел мощный видос на основе, кто не смотрел, естественно, обязательно посмотрите. Вот. И по идее, не сегодня-завтра должно выйти новое обновление на Радмирчике. Естественно, должны убрать зиму, кучу-кучу тачек добавить. Ну, обо всем этом говорил на своем канале Женя Ковалевский, и я, естественно, тоже вещал на основе интеграции. Так, получается, что, ребята, изменят мой дом, полностью его поменяют, и изменят... Так, нам срочно нужно лететь в банк, я сейчас хочу выбрать максимально короткую дорогу, наверное, полетим все-таки в Арзамас. Вот, о, дядя Паша, Армен Мамедов зашел, все отлично. Здорово, ты что, на синей буханке ты ехал, так, что ли? Подожди секунду. На синей тачке ты ехал? Я пока тебя не слышу, подожди. Ты меня слышишь? Прием, слышишь меня? Или, а, он не слышит, я понял. Ланенька, пока без Арменчика, ой, его сейчас кикнет. Я случайно его тэпнул. Вот, я, короче, полетел сейчас по-быстрому до Сбербанка, посмотрю баланс на своем счету. Сегодня, ребята, нам нужно будет продать один из моих домов. Вот эксклюзивный дом, вот-вот скоро должны будут обновить на всех серверах, естественно. Я владею только лишь одним домом, это на четвертом сервере, потому что на нем только играю. А на всех остальных, сколько там, 14 или 15 серверов, я уже не помню, ну, Радмира. Вот, я не знаю, ребят, кто владеет моим домом. Блин, на самом деле было бы интересно вот так вот и знать историю, вот за сколько их продают, перепродают на других серверах Радмира, вот помимо четвертого. Мне, конечно, интересно, но естественно, я владею своим домом лично на четвертом сервере. Вот, правда, пару раз я его профукивал, и из-за этого мне пришлось его покупать то ли за 200 миллионов, то ли что-то такое. Ну, короче, большая сумма была. Так. Скорее, Сбербанк. ТПМ Армена. Че, погнали. Так, значит. Ты за свой дом-то заплатил, нет? Да я давно уже заплатил, сейчас еще раз заплачу. Короче, смотри, докладываю тебе, значит, обстановку. Сейчас я снял бонусовские. Ну, я их и так недавно снимал. Вот, но сейчас опять снял, у меня 70 миллионов прилетело. В итоге у меня на балансе сейчас почти 180 миллионов. Сколько тебе надо? Ну как, нам надо? Я хз, но там долярды будут где-то биться, мне кажется. Долярды, да, будут биться? Да. У тебя сколько? У меня плюс-минус 170. Вот я дом недавно купил, блин, пожалел об этом. А так за сколько ты дом купил? С копейками были. 55. Покажешь, ладно, что за дом. Блин, я понял. Ну ладно, давай вкидываться. Просто нужно понимать, если мы будем этот бизнес продавать потом кому-нибудь, мы должны как минимум за столько же его продать. А он продастся? Как ты думаешь? Если на хасле, то да, думаю, да, будет заебись. Потому что дофига людей будут новых. И с бизнесами будет пока засуха. А вот этот. А сколько будет онлайн? Бизнес, онлайн такой же будет? Там слоты будут, Паша, увеличиваться. Тем более на четвертом сервере. Дофига кто из пацанов, из подписчиков потянутся, у кого. Ну, я понял, ну сколько будет? 1500 увеличит или сколько? Пока неизвестно, Коля вообще не говорил. Может, ладно. Так, ну что, давай я тогда сейчас заплачу за свой дом, где я спавню. Сколько у нас ёма? Блин, так быстро дни пролетают, просто сегодня ужас. Слетит, получается, бизнес, как в аукцион. Я не знаю, либо он завтра, уже итоги будут, либо сегодня. Он, кстати, по-странному работает аукцион иногда. Иногда утром, может, слетает. Че, погнали тогда продавать. Сейчас я на балансе еще посмотрю, сколько у меня. Но точно, точно бабки мне снимать? Да. Ну все, давай. Ох, капец, ребята, знаменательный момент. Я сейчас с Армена буду передавать практически миллиард. Это просто жесть. Так, список моих счетов. Мы потом посмотрим плюс-минус, если можно заместителю держать. Я обратно на тебя тогда скину.
И выдашь мне заместителя, чтобы мы следили за этой лесопилкой. Давайте все деньги вообще снимем. Вот сколько? 5-5-8. Потому что у меня же, да, у самого бизнеса еще. Снять. Сколько на балансе осталось? 685. Так, сейчас давайте теперь на этом счету посмотрим, что у нас по сумме. Информация о счете. Сколько? Так. 100. Ё-моё, я думал 100 лямов, да ё-моё, тут 10 миллионов всего лишь, 196, снимаем все деньги, иху, снял все деньги, поехали дальше, так, ладно, погнали, пацки, капец, 190 миллионов у меня всего лишь, я просто раскидываюсь, конечно, деньгами вообще просто безбожно. Туда-сюда, тачки в основном покупаю, на тачки сливаю, на тюнинг. Так, давайте сейчас по-быстрому. Давай, сюда сейчас что-нибудь. Что у нас тут есть? Супра. Давайте на Супре доедем на новую, чего бы нет-то. Ё-моё. Кстати, я ее да ладно. Она не дозатонировалась у меня, странно. Пацки, погнали за нами. Она не дозатонировалась, помните, я остановил игру. Что там, Паша, серейка? Видимо, жесткая. Вышел потом из игры, не дождавшись. Чё говоришь? Серейка жесткая. Ну да, по идее, там даже авторские треки наклепали, то есть по барабану. Ради такого-то. Так, что, едем, все продавать, получается, что там нужно на руках, не на руках? Просто приехать, вбить команду и все? Да, нам сейчас налево лучше уйти. Блин, какая же она дрифтовая, ё-моё, я ж хотел еще эту летнюю резину, зимнюю резину на нее поставить. Но я думаю, ребята, смысла нет, потому что точно не сегодня-завтра будет обновление. Я могу тебе свой бизнес отдать, аренду. А что у тебя за бизнес? Аренда, тачка. Сколько стоит? Ну, я брал плюс-минус что-то 200. 200 миллионов, прикиньте, сколько это денег, это жесть. Сколько в день приносит? Сейчас Винка просел, потому что я вообще не занимаюсь 500 тысяч, это так. Раньше, ну вот, когда я занимался, у меня тематика такая, что типа, покупал мотоциклы для слетов, и вот люди брали. Финка была что-то 2 миллиона поначалу, потом полтора, потом чуть-чуть закрыл. Сейчас еще, короче, обнову входит каршеринг. Покупаешь еще дополнительные тачки, раскидываешь по области и еще какая-то пускай себе. Да, вот это клево, вот это клево. Да, ну, конечно, лучше в новый бизнес вложиться, мне кажется. Да и плюс контент еще. Но да, нам на месте тоже стоять нельзя, конечно. А чё ты, продай свой бизнес? Нет, вчера это предлагали, типа, продай свой бизнес. За сколько? Нет. Я вообще не спрашиваю, это хороший бизнес на самом деле. И более сейчас попробовать, неизвестно, сколько он будет нести. Сейчас топовые бизнесы, знаешь, Паш, ну такие более, которые бабки приносят, никто не продает. А если продают, то за деньги ценят. Я с таких компаний. Помнишь мой черный адик? Черный адик? Да. Да. Я за 30 миллионов вот купил тот раз. Звук что-то пропал. Сейчас он вообще вырос не жестко. Чел хочет даже за 300 купить. Да ладно, купить за 300 хочет? Да, прикинь. Ну да, вот получается, скидку я продал другому челику. Не за 300, конечно, чуть подешевле. И вот тот ему это мог предлагать уже 300 миллионов. То есть настолько ценники двинулись. На, говорит. Заправиться, ребят, сейчас залетим. А на карте, как вот это все увидит? Если Кова сейчас опубликовал 50 тысяч только... В ожидании, да-да-да. С Apple Store сколько протянутся люди, потому что это ни у кого нет. Ковре просто залетает так жестко, что пиздец. ХП-шку, Паш, дай себе твою кинься. А вот, ты Скруджик. Скруджик, здорово. Руки на баланс, ебать. Че, Скрудж, сколько? 300 миллионов, да? За скин. Ну вот. Блин, как вообще супра, как она стелит по дороге, приятно. Ланька, че, ребята, сейчас долетим до моей хаты и вернемся. Блин, сейчас знаешь, что я вспомнил? Вспомнил, короче, про GTA-шинскую Супру, модельку. Помнишь, GTA San Andreas тоже Супра была? Да. У нее сзади такие же фары, только острые, а морда прям очень похожа. Да. И милый на ней какой-то, на нее еще. Закрутился. Так, все, ребята, долетели.
Ой-ой-ой. Нифига себе, аж двигатель отключился. Чем там таким ударился, интересно. Все, ребята, знаменательный момент, ребят. Я еду самолично продавать свою большую недвижимость под названием... Кстати, это не мой дом. Едем дальше, если что. Вот, под названием база с топовыми воротами. Здесь еще дорогу, короче, поменяем. Моппингом тоже занялись. Все, вот мой дом. Правда, не родной. Если действительно Гоша их подговорил, ну, к себе, то мы сейчас это проверим. И они никак не отмажутся. Сейчас узнаешь как. Погнали. Я сейчас их заставлю, чтобы они туда к нему сами поехали. А мы спрячемся. Да на тунере такой.